Ну вот, а теперь, значит, посвящение Валерию Кузнецову, такое шуточное посвящение. Поется оно от лица человека, впервые попавшего на концерт авторской песни. Жена твердит, всему основа слова, а ты вином свою терзаешь плоть. Возьми билет, сходи на Кузнецова или на какого Биндюкова хоть. Но я сперва совета не послушал, и мне сперва на бабу было наплевать. Я ей хотел принципиально вынуть душу, чтоб не советовала бабу душу мать. Возможно, опыт бы и получился, но у любви не женское лицо. Неделю я примочками лечился, неделю я не мог сосать венцо. А выход дав возвышенному чувству, жена пропела нежно, как Хафиз. Мол, ждет тебе высокое искусство, бери билет, возьми билет, сходи на бенефис. Вот бенефис, тут зрители, там гости. На сцене он пенсионер-плейбой. Ему б давно сушить на печке кости, а он все машет жидкой бородой. А зал затих, а зал развесил уши, и воспарив, растаял в высоте. А я все думал, чего же я утром скушал, что у меня так плохо в животе. Он запоет, мне делается грустно, прочтет стихи, и мне грустнее вдвойне. И понял я, высокое искусство откроется другому, но не мне. А кайфа нет, ну нет его хоть тресни, зато урчит все жалостней живот. Я ненавижу авторскую песню, я удавил бы, кто ее поет.